Добрый день, уважаемые коллеги. Санкт-Петербургский МИАЦ предоставит вам нашу систему по автоматизированному контролю процессов диагностики больных с подозрением на онкологическое заболевание. Немножко скажу о самом нашем регистре. Так. Значит, в Санкт-Петербурге популяционный раковый регистр Санкт-Петербурга ведет МИАЦ. Соответственно, вот здесь схема по прохождению документов при поступлении информации в регистр. Информация о больном поступает уже только на последнем этапе, когда больной выписывается из стационара с помощью 27-й формы. То есть до этого, когда у больного подозрение, когда он находится в периоде диагностики, информация по нему не поступает. Соответственно, 27-я форма поступает в МИАЦ. У нас 18 районов, то есть город большой, 5 с лишним миллионов. Соответственно, из 18 районов информация по 27 формам стекается в МИАЦ. Мы ее распределяем по этим районам, рассылаем им, районным онкологам. Там эта информация накапливается в течение года. И уже в конце года, по окончанию года, нам в виде 30-х форм поступает назад в МИАЦ. И дальше мы ее вручную вводим по следующему году практически, по предыдущему году. Этот процесс, сами понимаете, занимает достаточно длительное время. То есть актуализация регистра происходит, ну, скажем так, на протяжении 3-4 месяцев, это минимум. Так было до недавнего времени. С 1 января 2015 года мы начали переходить на электронный обмен данными. По-моему, в 8 или в 9 районах сейчас существует система по предоставлению нам информации в электронном виде ежемесячно. Остальная информация от остальных районов также поступает в виде 27-х форм на бумаге, но мы ее заводим сами. Чтобы не было этого временного лага, соответственно, у нас сейчас информация находится в достаточно актуальном режиме. Тем более это важно, что в последнее время уделяется большое внимание проблемам смертности, в том числе от онкологии, и от нас органы здравоохранения, в том числе и федеральные, требуют онлайн-информации. Мы этой информацией, запросами пока мучаем районных онкологов, районные отделы здравоохранения, но в ближайшее время вся эта информация будет у нас, и в принципе такие достаточно трудоемкие запросы, и как правильно говорил предыдущий докладчик о том, что она порой не совсем актуальна, эта проблема, мы надеемся, отпадет. Вот, например, информация уже по 2015 году за 8 месяцев. Это уже актуальная информация. Вот по Санкт-Петербургу у нас по случаям заболевания, новым случаям заболевания 11 700. Ну, как вы видите, вот большой объем, большое количество районов. Мы вынуждены все это суммировать, анализировать и сразу же вводить в наш популяционный раковый регистр. По выявляемости больных на первой-второй стадии. Соответственно, в связи с тем, что в Санкт-Петербурге были не очень хорошие показатели по смертности, была поставлена задача органам здравоохранения перед онкологами города в том, чтобы больные выявлялись на более ранних стадиях. Соответственно, видите, что в Санкт-Петербурге в целом идет 51,5%. Это несколько лучше даже, чем по 2014 году. Задача стоит в этом году 52% выявляемости на первой-второй стадии. Но вообще по развитию здравоохранения Санкт-Петербурга до 2020 года по программе развития у нас контрольный показатель там 60-65%. То есть расти еще есть куда. Проводя анализ причин позднего выявления заболевания и как следствие ранней смертности больных от онкологии, вы, собственно говоря, прекрасно знаете, есть несколько причин. Это позднее обращение пациента, несвоевременное начало лечения, ну и как результат быстрого прогрессирования опухоли. Вот здесь на организационном этапе мы можем повлиять тем, что начало лечения как можно быстрее приблизить к моменту после того, как больной обратился с какой-либо проблемой. Для этого в Санкт-Петербурге были разработаны маршруты прохождения больных на догоспитальном этапе. Соответственно, были определены сроки, в какие больной должен был пройти эти этапы диагностики. И эти сроки начали отслеживаться в городе. Вышло распоряжение в 2013 году 223 о маршрутизации больных. Соответственно, в этом распоряжении было четко прописано, в зависимости от места проживания больного, куда больной должен направляться из районной поликлиники, от районного онколога.
И уже в этом году, в июле месяце, было издано распоряжение о том, чтобы данную систему отслеживания больных по маршрутам, данная система была автоматизирована. По данной системе, как вы видите здесь из схемы, при обращении больного на первый этап, то есть на то, что доктор, участковый или специалист в поликлинике заподозрил онкологию, направил его к онкологу поликлинике, дается всего лишь 2 дня. Это прописано в нормативных документах города Санкт-Петербурга. То есть 1 день, если у больного есть анализы крови, мочи и рентгенография, если этого нет, дается сутки на то, чтобы ему это дело провести, эти анализы, и направить к районному онкологу. Соответственно, врача-онколога дается 3 дня на то, чтобы этого больного принять. Он в этот же день должен определиться, направляет он дальше уже в учреждение 2-го уровня для диагностики или снимает диагноз. У учреждения 2-го уровня дается 5 дней на то, чтобы этого больного принять, и 14 дней на то, чтобы поставить ему диагноз. Таким образом, на все про все, от момента подозрения до момента клинического диагноза, постановки клинического диагноза, дается приблизительно месяц, 25-30 дней. Вот, соответственно, были определены городские учреждения, по которым данные больные должны направляться. Вот в городе у нас их определилось 6. Соответственно, в зависимости от места проживания, данные больные уходили в эти учреждения. Была разработана карта маршрутизации, с помощью которой больному, так сказать, давался зеленый свет при обращении в регистратуру для приема к онкологу. То есть, если участковый врач подозревал у больного онкологическое заболевание, он заполнял такую карту на бумаге, ставил дату приема, дату направления к онкологу, и больной с этой карты шел в регистратуру для записи к онкологу поликлиники, и затем, когда онколог поликлиники делал свою отметку, он уже шел на диагностику в стационар. При виде этой карты регистратура должна была просто этого больного сразу ему обеспечить максимально быстрый прием у специалиста. Мы провели в 2014 году контроль заполняемости данных карт. Но результаты, как вы видите, достаточно плачевные. То есть из 19 тысяч случаев, которые были в 2013 году, карты нам прислали, подтвердили о том, что они были, всего лишь там чуть больше, чем 1%. И даже у этого 1% в 60% случаев не соблюдались маршруты, и более чем у трети пациентов не соблюдались сроки. Это не всегда была вина, конечно, врачей. Больные карты теряли. Они просто на следующий этап приходили без карты. Им она, собственно говоря, абсолютно не нужна. И доктора, собственно говоря, не могли от них ничего и потребовать. Вот в связи с этой проблемой была Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга поставлена задача МИАЦУ создать продукт, который бы отслеживал данный процесс с помощью автоматизированной системы. В марте мы такую систему создали этого года, апробировали ее на 3 пилотных районах города. И с 1 августа данная система введена в промышленную эксплуатацию. Сейчас мы ее активно вводим по 6 районов ежемесячно. К 1 ноября все 18 районов должны быть заведены в данную систему. Вот, собственно говоря, схема прохождения больным данного маршрута. Собственно, это все, что я вам говорил раньше. Единственное, что прибавляется, вот пункт ГРКМ, это городской реестр карт маршрутизации, как мы его назвали, онкологических больных, где вся информация на любом этапе в онлайн-режиме поступает в центр. По участникам системы, прежде всего, это врачи амбулаторных учреждений. На сегодняшний день в онлайн-режиме у нас уже подключено 2600 человек, 2600 докторов. Затем это онкологи лечебных учреждений 2-го уровня, стационаров. На сегодняшний день у нас их 460 человек. То есть это максимальное, в принципе, количество докторов, которые будут обеспечивать введение данной системы. Естественно, сотрудники МИАЦ, которые сейчас осуществляют ежедневный контроль, мониторинг заведения карт. И органы управления здравоохранением. Также выделены логины и пароли каждому районному отделу здравоохранения. Там назначен человек, который отвечает, и раньше был, за реализацию мероприятий по онкологии. Теперь он будет отслеживать еще и введение карт маршрутизации по своему району. Немножко о самой системе. Как я сказал, вход для каждого доктора индивидуален по своему логину и паролю. Система не требует никакой установки дополнительной на компьютерах лечебного учреждения. Все сделано на основе веб-технологий, то есть все, что нужно, это обычный интернет-браузер.
Заводится, наверное, плохо видно, я просто скажу на словах. Паспортная часть минимальна. Фамилия, имя, отчество больного, дата рождения, место проживания, полис есть, нет, номер полиса. Все. Дальше заводится уже конкретная информация даты приема врачом первого уровня, дата направления к онкологу в поликлинику, дата приема у онколога, дата направления в стационар и дата постановки диагноза. Есть клавиша «Подписать», то есть это как бы аналог электронной подписи, после которой доктор, направив на следующий этап больного, не сможет корректировать свои записи, удалять этого больного для того, чтобы не было каких-то изменений уже постфактум. Вот так должна выглядеть карта после прохождения всех этапов. Соответственно, при... Вот здесь, наверное, тоже плохо видно. Это главная страница. Значит, каждое учреждение может видеть своих больных. И учреждение, которое направило этих больных, и учреждение, в которое направлены эти больные. То есть каждое утро ответственное лицо может зайти в данную программу, по логину, паролю программа поймет, к какому учреждению он относится, и посмотреть все больных, которые направлены в учреждение здравоохранения, и их судьбу, так сказать, на каком они этапе находятся. Посмотрел ли их онколог поликлиники, дошли ли они до онколога стационара, поставлен ли им клинический диагноз. Ну и, соответственно, буквально несколько отчетов. Вот отчетная форма, которая, в принципе, нужна руководителю учреждения здравоохранения. Когда вот сейчас это, в принципе, тестовые данные. Ну, как тестовые? Это настоящие уже больные, но в связи с тем, что система пока еще на этапе внедрения, соответственно, не все поля, может быть, заполняются не потому, что больной не подошел, а потому что доктора еще, может быть, не обучены или не привыкли заводить всю информацию. Но я думаю, что к 1 ноября у нас обязательно уже система будет работать 100%. Вот даже сейчас видно, что на первом этапе это прохождение больного участкового врача своего. Да, 57 человек, 57 карт с нарушением сроков маршрутизации. То есть не за два дня больной ушел от него, а по каким-либо причинам было 5 дней, 6 дней. Почему-то ему стали назначаться какие-то анализы, но это потом уже будут выводы делать органы здравоохранения. Мы как бы даем инструмент, на основании которого потом возможно делать какие-то орг-выводы. И колонка седьмая, 188 карт с задержкой при поступлении в стационар. То есть также видно, что не совсем все хорошо с доступностью лечебных учреждений второго уровня. Соответственно, потом эта информация будет дробиться на стационары и предоставляться уже главным врачам данных стационаров. Есть отчет по нозологическим формам, когда будет понятно по гипердиагностике, гиподиагностике, по профилям заболеваний. И это для учреждений стационара, конкретно уже персонифицированные данные по больным, когда главный врач или там замглавврача сможет посмотреть, понять, какие больные у него идут с просрочкой, последняя колонка, на сколько дней, почему это произошло, уже надо будет разбираться. И как бы сводная таблица по больным, когда тоже лечебное учреждение может всегда посмотреть, сколько больных, на каком этапе у него, так сказать, зависло. Это колонка шестая, это онкологи второго уровня, первого уровня, то есть районный онколог амбулаторно-поликлинического учреждения. И следующая колонка, то есть еще ни один из этих больных не поступил в стационар. Хотя вы видите, дни просрочки там есть и 43 дня, и 49, и 50. Но еще раз хочу сказать, что это не обязательно. Действительно, больные, может быть, уже и пролечились, но пока еще несовершенство ввода информации. Но, в принципе, уже с помощью этих цифр можно делать достаточно хорошие выводы. В планах у нас остается, мы собираемся эту систему завязать на популяционный раковый регистр. Таким образом, информация в популяционный раковый регистр о появившемся новом больном будет у нас появляться сразу же после того, как ему будет поставлен клинический диагноз. То есть тем самым актуальность информации будет повышена несколько раз. Это во-первых. Во-вторых, у нас сейчас заключены соглашения с территориальным фондом обязательного медицинского страхования. Да. Вся информация об умерших больных, которая у них достаточно быстро появляется из органов ЗАГСа, мы сравниваем наши данные нашего популяционного ракового регистра и ежемесячно производим, ежеквартально производим сверку. Ну вот можем сказать, что по этому году мы выявили 1500 больных, которые не, по каким-либо причинам не были отмечены у районных онкологов как умершие. Таким образом, система, мы надеемся, дальнейшей
возможно ее улучшение, и вся информация, которая в ней будет, будет находиться в максимально актуальном состоянии. Спасибо большое. Вопросы? Можно задать вопрос? Конечно. Я злоупотребляю уже времени. Спасибо большое за доклад, Владимир Ильич. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, из каких вы источников брали норму времени между установкой диагноза и госпитализацией для специального лечения? Дело в том, что я тоже немножко занимался этой проблемой, и в некоторых западных странах такой нормой является 45 дней. В Голландии 50, предположим. У нас за 14 дней нужно больного срочно положить в стационар. Не этим ли обусловлено то, что там больше 50% больных, в общем, не проходят по срокам? И второй вопрос, чтобы больше не злоупотреблять вниманием. Скажите, пожалуйста, сколько это стоит? Это самое главное, потому что вопрос воспроизводимости очень важен. По первому вопросу я хочу сказать, что немножко вопрос не к МИАЦу. Не мы определяем сроки диагностики. Да? Мы создаем только инструмент отслеживания этих сроков. Всего дается на стационарный период. Получается, 14,5 дней они должны его принять, то есть максимально это 21 день. Исходили из того, из возможности проведения максимально короткие сроки всех сложных высокотехнологичных процедур, как ЕМРТ, УЗИ и так далее. Какие-то минимальные анализы, которые позволили бы поставить клинический диагноз. На сегодняшний день у некоторых больных эти сроки соблюдаются, у некоторых нет. Не исключено, что по результатам нашей информации, которую мы предоставим, эти сроки, может быть, будут пересмотрены и поставлены там более реальные сроки, в те же там 45 дней или в 50 дней, когда будет понятно, что вал больных, но просто с этим не справляется, и это причина не врачей. Основная проблема в другом – это догоспитальный этап, это до момента поступления в стационар. Вот здесь окно, которое достаточно велико на сегодняшний день, это не 5 дней, к сожалению, в Санкт-Петербурге. По некоторым больным, по некоторым стационарам этот срок бывает и несколько недель, и даже месяц. Вот. И чтобы вот это именно убрать, для этого, собственно говоря, мы и создали эту программу. И второй вопрос по поводу стоимости. Стоимости чего? Вот этого программного продукта или что? Специально обученные должны быть врачи, которые занимаются этим. Они же не бесплатно этим занимаются. То есть, вы сказали, 2600 человек у вас работает на регистрации. Это же дополнительная для них работа. Второе, эти больные в первую очередь идут через регистратуру. Для этого тоже какие-то нужны. И сама программа ваша сколько-то стоит. И вы разработчики. Я об этом спрашиваю, потому что, конечно, это очень интересно, да? Но как это воспроизвести в других регионах? Нужно понять, сколько это может стоить? Да. Больным, вернее, введение данных больных как бы никак не увеличивает стоимость. Что с этой программой, что без этой программы, они есть. Они все равно приходят к доктору. Регистратура у нас огромная толпа везде, во всех городах. Да, нет, я согласен. Я к тому, что наша программа, она никак не увеличит количество онкологических больных. Наша программа их регистрирует. А врачи сами заводят информацию по данным карты маршрутизации. Они это делают уже с 2013 года. Они делают это на бумаге. Сейчас мы просто поставили это в виде электронной автоматизированной системы. То есть у них никак не увеличилось количество трудоемкости данной работы. Более того, даже время сократилось, потому что появились справочники, ему не надо рукой писать, выискивать. Там автоматический поиск идет по месту жительства, автоматический поиск, я просто не стал об этом рассказывать, по диагнозу, текстовые какие-то поиски. При повторном поступлении больного возможно его высвечивание, все его параметры при выборе врачом данного больного. То есть, в принципе, программа облегчает. Более того, в дальнейшем, года, так думаю, через 2-3, когда мы наберем материал, эта программа нам позволит выявить больных, которые год, там, 2-3 года назад обращались с подозрением, у них все сняли, а потом они через 3 года все-таки поступили с онкологическим заболеванием, и можно будет провести какую-то аналитическую работу и подумать о том, что они когда-то 3 года уже были, может быть, даже с этим самым, и почему они вдруг 3 года назад прошли мимо. Вот так. Thank you.
онкоцентр Песочный, у меня такой вопрос. А когда пациент приходит без бумажной карты маршрутизации, но он есть в системе, как стоит поступать? Врачу заводить эту бумажную версию или достаточно цифрового отчета? Достаточно цифровой информации, которую вы вводите. Бумажная здесь форма только для больного, чтобы он вот как бы там знал, куда ему идти. Да, да. Второй у меня вопрос. Это интеграция с медицинской информационной системой, потому что отдельное использование достаточно удобного интерфейса сайта, да, все-таки занимает дополнительное время. Первичный прием у нас онкологического пациента 30 минут занимает, который, да, по разной информации, да, достаточно, да, или недостаточно. Спасибо за вопрос. Система сейчас, эта система так создана и уже это предусмотрено, что она интегрируется в существующие медицинские информационные системы города. То есть там открытый интерфейс, разработчик вашей информационной системы может прочитать служебную информацию и настроить свой программный продукт под эту систему, который позволит из МИС, из медицинской информационной системы вашего учреждения, автоматически переносить информацию в данную программу. То есть это уже реализовано, она так работает. Первого уровня вносить информацию задним числом, так сказать. Потому что, например, у нас, как у ЛГУ второго уровня, например, после всех этапов диагностики можно зайти, например, вот в 15-м мы зарегистрировали, а 30-го к концу месяца зайти и поставить, что пациент пришел первого, ему диагноз поставили или исключение 5-го, и делаем мы это все там еще спустя неделю или две. Нет ли такой возможности у ЛГУ первого уровня? Потому что возможно накладка. Сейчас программа предусматривает, что больного можно завести там вчерашним, позавчерашним днем, то есть к задним числом. А то, что касается последующих этапов, что, ну, скажем, больной уже у вас пролечился, а вы информацию о нем завели месяц спустя. Такое возможно, но только во всех отчетах в течение этого месяца этот больной будет у вас высвечиваться красным. И во всех отчетах, которые будут идти к главному врачу, будет написано о том, что этот больной идет с нарушением сроков диагностики. Я здесь боюсь той ситуации, что когда пациент дошел уже до ЛГУ второго уровня, а его только ЛГУ первого уровня заводят. Понятно. Ну, да, на самом деле, такой технический вопрос. Это я готов с вами обсудить уже, может быть, в связи с ограничением во времени. Я понял, о чем вы говорите, а потом поговорим.